Hey, okay, с вами Шумхи, и мы продолжаем проходить игру под названием Castle in the Darkness. Короче, давайте вещички посмотрим, что у нас здесь. Атака, магия, та-та-та. Армуры. Оружие. А что? А, у нас этот меч, да? Хорошо. По вещам, блин, у нас не хватает еще два предмета. Фиг знает, где их искать. Здесь у нас не хватает три. Тарч. Фонарь. Ладненько, давайте что сделать. Это, скорее всего, будет финальная серия. Пойдемте сюда. Я узнал, куда мне тут нужно дальше идти. Чё да как. Нам, получается, нужно просто подняться вверх. Ой, сейчас, подожди, давайте я тут сразу сохранюсь. Чтобы оттуда просто каждый раз набежать. Ауч. Потому что я уже смотрю, что у нас в последней серии там просто беготня обычная, да и все. Поэтому я думаю на этой серии закончить прохождение данной игрухи. Что здесь нужно делать? Видите, снежинки падают. И они там, допустим, врезаются в что-то. И вот сюда нужно их прыгать, оказывается. А вот дальше... А вот дальше фиг его знает. Там, короче, снежиночки падают, и по этому пути нужно идти. Да фиг пройдешь. Ну вот куда теперь падать? А, вижу. И... А, тут можно тогда прыгать. Так, заряжаем. Я не знаю, по сути, ну, здесь комната с одними боссами. Добро пожаловать, бра... Один, что-то там. Я... Деменсол. Я демонический воин Икса. Это фабрика... Dungeons Bean. Должна быть темная энергия. Я управляю, или я главный в этом здании, но я дам тебе мощь. First, последний, я должен пройти, ты должен пройти тест на верификацию. А, я понял. Немножко тяжко. Ау. Ау. Круто. Потому что я не понимаю, что мне делать. Ну, как правильно его атаковать. А, кажется, разобрался. Но только я сам себе, получается, так буду атаковать. Я врезался в его шапку. Да, не знаю, насколько у меня займет. Ну, финальный босс, по сути, это, походу, тот маг, который, помните, я около последнего сохранения был. Походу, то он и есть. Окей. Так, заряжаемся. Он постоянно будет это говорить? А, скип. Да
это тяжко будет. Ну, вы видите, нужно, короче, так, чтобы он, короче, меч был на мне. Короче, там так вот работает. Ай-яй. И мне постоянно нужно нагинаться, чтобы меня типа, чтобы я его хотя бы поставил. Его меч ваншотит? Окей, буду знать. Ненавижу платформы. Нужно запомнить расстояние между этими, либо хотя бы куда прыгать, потому что, блин, это жестко. У нас получается. Я знаю, что еще есть какие-то боссы, но они где-то спрятаны, но, блин. До них пока доберешься, полжизни пройдет. Вот куда мне теперь прыгать? Ну, здесь просто столбы, они типа показывают мне, куда идти. Окей. Добро. Добро, добро. Можешь меня подольше задерживать меч? Сейчас попробуем. Типа, чтобы максимально ему нанести урона. Ну да, так более-менее. Быстрее отлетает. Зацепил. Сучка. Сучка. Почти убил. Изи. Все? В смысле? Это еще не все? Манать! Манать! Ух, а так это сложно, слышите? Вторая фаза. Сложечно.
Не, ну это серьезно. Ах, слушайте, а если? Нужно будет попробовать. Готово. Интересно, мне его голову ваншотнет? На самом деле не хочу знать. Не хочу знать. Хорошо, вторая фаза. Вау! И как мне это проворачивать? Блин, ну это сложно. И меч не ваншотит, ребят, он наносит только большое количество урона, но не ваншот. Нет ваншот. Скажи, нет ваншоту. Ту-ту-ту-ту. Не успел, тихо. Все очень хорошо. Очень-очень хорошо. Блядь! Там ХП оставалось, мне так повезло. Ну нет, нет, нет. Сука. Ясно, классно. Да какого черта он сюда пуляет? Знаете, какой я еще увидел пасхалку? Посмотрите на эти вещи, которые падают, ну типа блоки. Они вам ни на что не напоминают? Ну типа я прыгаю, прыгаю на них, потом думаю, что-то здесь, блядь, знакомое. Это ж типа Тетрис, ребят. А, хорошо. Заряжаемся, заряжаемся. Ах ты ж, ёлки-палки. Да ё-моё! Как же тяжко. Ну блин, а. Чё, пацан, на одном хп? Най, найс, найс, найс. Не, все-таки меч ваншотит. А теперь вообще без хп, без хп.
Ну как тут можно было выйти, я не понимаю. Окей, давайте, full HP. Full HP и баш. Ай. Ай. Ай-яй. О! Да ладно, все. А, пожалуйста, возьми мою силу или прими мою силу. Форевел, ты заслужил это. You get magic. Wow. О, шипов уже нету. Найс. Мы сделали это. Так, сразу сохраниться. Давай посмотрю, сколько этот меч наносит хотя бы. А, то есть это... Вообще, да, так? Он считается и призрачным плюс мечом. А давайте сундук. Максимум хп 5. Окей. Плюс макс хп. А где старичок? А, понятненько. Ну го, тогда к финальному боссу поехали. Я не знаю, где-то статуя. У нас уже финалка. Во, я заряжу магию. А, подождите. Я сейчас кое-что понял. Сейчас мы вернемся немного назад. Сюда. Там этот. Наверх, помните, где призрак летал? Туда можно наверх зайти. Не понял, типа она на них такая домашняя? Походу, что да. Но он, походу, на всю карту. Идет, если не ошибаюсь, здесь. Ауч. Изи, успел. Тихо. О, в смысле ты упал? Банушка. Ясно. Повторяем процедуру. Ой, плевай, сейчас мы магию поменяем. Ну блин, тогда я потеряю этот меч. Да посрать. Я вообще тут начинаю. А я что, там не сохранился? Или там не было сохранки? Да нет, было. Ладно. Хотя не-не-не. Magic. Так, Критас Текарду заслал Ластерс. Это то хотя бы. Нет, это не то. Magical Energy. S-World. Вот это оно.
Ну, типа, прикольно, только что меч показывается, но... Да и все. Хотя это тоже не ваншотит. Но он намного больше наносит. What? Бац-бац. Мне нужно этого призрака грохнуть. Ай-яй. Сейчас попытаемся. А ну блин, аха-муха. Ладно, попытка еще. Готово. Что? Золотой скелет был. Ради золотого скелета я сюда шел. Найс. Я на самом деле там думал, что будет получше. Окей. Го, я тогда сохранюсь. Там, где босс, там можно куда-то вниз еще сходить. Давайте сходим туда вниз. Все. Я проверил, я узнал. По идее, еще должен быть босс-ведьма какая-то. Ну, я сразу вам давайте скажу, какие там еще есть боссы. Босс-ведьма. Краб должен быть. Но мы сейчас с вами проходим на плохую концовку. В финале я расскажу почему, ну, когда мы победим глав босса. Я все расскажу. Давай. Он очень сильный. Я не могу, типа, мой отец alive. Пожалуйста, сделай это. Окей. Вот это я не знаю, как, типа, отражать атаку только. Типа призраки. А, так... Я могу его призраков убивать.
Короче, когда он с этой стороны, он вызывает призраков. Хорошо. Ой. Ну ладно. Нужно как раз еще. Блин, я не знаю, может сдохнуть до 500, может мне дадут еще какую-то секретку. Только я вот не знаю, стоит умирать. Ну мы почти его убили. Заряжусь. Ты реши, куда ты идешь. Да, запустил. Не туда запустил. Но это... Ай-яй-яй, не успел. Ай-яй-яй-яй-яй. Я промазал! Фу, ладно, с одним хп справился. Ну, типа, мы его побеждаем. Все начинает рушиться. Да, мы типа победили, типа. Этот замок типа рушится. Харри, быстрее! Типа бежим быстрее. Ну, мы с вами типа убегаем. И все. Принцесса Изабель и герои спаслись из замка. Король никогда не вернется. Или что-то типа того. И нам показывают, как замок рушится. Ну, типа его обнимает. Или типа того. Он такой говорит, нахер надо это все дело. Выбрасывает шлем и. Они не знают, что они там делают за экраном. Окей. Почему я говорю, что это плохая концовка, хотя мы типа и победили босса? Дело в том, что настоящая концовка вот этим магом, последним боссом, является ее отцом. Да, типа, который поглотил темная сила, вот эта магия. Но отца можно спасти. Нам нужно было где-то найти сферу, зачаровать ее с помощью секретного босса, эту сферу, чтобы она светилась. Потом с босса, вот этого финального, да, сфера бы кружилась, нам нужно было его не открывать. Сфера бы все сама сделала, вытащила бы этого духа, после чего мы бы сразились с настоящим финальным боссом, это какой-то демон или типа того. Король спасен, мы его спасли и все такое. Поэтому...
можно как-то так сказать, мы прошли на плохую концовку, просто я не хочу дальше заморачиваться, потому что у нас в основном сейчас это одна беготня осталась, и... Давайте тогда сразу оценивать. Сразу можно взять, что большое количество боссов Персонс. Большое количество боссов, секреты, да, есть, пасхалки тоже довольно много. Что мне нажимать? Пасхалки, боссы, музыка, локации, секретные локации. То есть много всего интересного. Как вы видите, у нас, допустим, эта секретка, скорее всего, если бы я умер до хера раз, это было бы, это вот типа эндинг первый, эндинг второй. А что, их еще есть эндинги? Ну, за них я точно не знаю. Я знаю, что есть второй эндинг, это типа настоящий при убийстве финального босса. И как-то так. Поэтому давайте, наверное, на этом заканчивать. Ну да, тут есть сюжет, типа все еще такое. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем до новых встреч. Всем пока.